До Нового года осталось меньше недели, и многие уже приготовили подарки для своих родных и близких. Мы спросили у жителей России, любят они больше дарить или получать подарки. Думаю о том, что подарить, что само собой подарят. Только я об этом как-то не думаю. На самом деле больше люблю дарить. Не знаю, так круто, мне кажется, дарить счастье людям, радость. Но к Новому году никак не готовлюсь, я даже елку продал. Почему? Ну как-то уже новогоднее настроение не то. А почему? Не знаю, как-то был ребенком больше чуда какого-то. Тема подарков очень сложная, каждый год надо придумать что-то новое, поэтому сейчас в поисках и решениях, как же побыстрее и правильный главный подарок выбрать. Ну знаете, мы дарим подарки только близким, родным, а вот среди друзей такая, как вам сказать, атмосфера сложилась, то что мы не дарим подарки, мы дарим друг другу какое-то позитивное, хорошее настроение, и этого, в принципе, достаточно для нас. И продолжая такую приятную тему новогодних подарков, редакция международных новостей предлагает поучаствовать в мини-опросе в социальной сети ВКонтакте. Что вы больше любите, дарить или получать подарки? Принимайте участие в опросе и делитесь со зрителями своими новогодними советами и идеями.